Еще одним знаковым событием в спортивной жизни Люберец стал открытый кубок городского округа по карате. Несмотря на то, что федерация провела такие соревнования впервые, они собрали большое количество гостей и участников. Подробнее расскажет наш корреспондент. Малый зал Дворца спорта «Триумф» собрал каратистов из разных уголков Подмосковья, а также юных спортсменов из Москвы. Показать свои навыки на этом турнире приехали 380 девушек и юношей в возрасте от 8 до 13 лет. Сами соревнования проходят среди начинающих первого-второго года обучения и среди достаточно уже среднего опыта спортсменов. Вот. Среди начинающих это по круговой системе, чтобы они провели как можно больше поединков для их опыта. Вот. Уже более опытные спортсмены соревнуются по олимпийской системе. В каждой возрастной и весовой категориях определили первые, вторые и третьи места. Победителей и призеров награждают кубками, медалями и памятными подарками. Я вышел против очень большого противника в категории «Б». Он был из Люберец. И поскольку он был большой, он думал, что против меня вышел малыш, расслабился. Еще пойду дальше и буду все лучше и лучше. У меня были второе место, третье место бывало, но первого никогда не бывало. Я бы хотел когда-нибудь заработать первое место и порадоваться этим. По мнению руководства Федерации карате городского округа Люберцы, первая проба пера прошла успешно. Отныне подобные соревнования будут проходить каждый год. Я всегда поддерживал и помогал развивать детский и юношеский спорт, поскольку все-таки наши дети – это будущее не только наше, но и всей нашей великой Родины. Поэтому, когда мы вместе, мы сила, у нас все впереди, и сегодня я вас поздравляю с этим первым открытым кубком. Федерация карате городского округа Люберцы была открыта 2 года назад. На сегодняшний день молодая организация объединяет 4 клуба, в которых занимаются дети разных уровней подготовки. От кандидатов в мастера спорта до победителей всероссийских турниров и участников национальной сборной. Луиза Игиасарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.